Мы сегодня стали свидетелями замечательного события, удивительной работы, которые были представлены на фестиваль из разных школ города и из города Орша. Ребята потрудились на славу, собрали огромное количество информации, связанной с историей, поработали в архивах, это очевидно, посмотрели не один метр кинохроники наверняка для того, чтобы создать вот такие емкие, очень содержательные и интереснейшие сюжеты. Для себя открыла очень много нового и интересного о наших земляках. Гордость переполняет. Ребята большие молодцы.